Всем привет, друзья! Выехал я вот покопать, выехал на поле. Вот уже нашел первую железячку. Выехал я уже с пиратом. Сейчас покажу. Вот наверху железяка лежит. Вот пират, а вот железяка лежит. И буду так вдоль идти дороги. Буду кругом ходить. Буду сегодня ходить по дороге. Здесь вот кругом поля, природа. Поля засеяны. На поля мы идти сегодня не будем. Но будем идти так вот по дороге, пробовать по дороге. Когда-то здесь техника ездила и вот так копали. Ездили, а я вот так буду копать вдоль дорог. Посмотрим, что я сегодня найду с пиратиком. Сегодня я с пиратом выехал. Все, друзья. А я продолжаю, не переключайтесь. Смотрим мой копчик сегодняшний. Так, друзья, первая железяка, вот она. На самом верху лежала вот такой уголок. Я буду так на бок бросать. Вот он. А потом пойду пособирай. Ямки после себя засыпаем. И пошли дальше. Сегодня попробую покопать в онлайн, друзья. Но я обычно постоянно копаю в онлайн. Вот, пошел звук. Это у нас банка, друзья. Все, пошел звук. Бляшанка, друзья, пойдет. Все на дорогу выбрасываем, потом пособираем. Что есть? Ну, что-то есть. Так, тут у нас бляха, друзья, вот маленький кусочек бляха. Здесь полно бляха, друзья, вот он. Но бляха меня не интересует, мы сегодня ходим по дороге. Есть, наверху лежит металл, проволока на бок, потом буду идти пособирать. У нас были дожди, все поразмевало, дождями дороги, попробую на этой дороге что-то поискать. Так, друзья, у меня очередной сигнальчик, вот он, и мы сейчас будем смотреть, что там есть. Сегодня можно назвать коп, что найдешь на полевой дороге. Вот я сегодня по полевой дороге хожу. Что-то есть.
Ну что? О, есть, друзья. Жесть, что ли? Какая-то банка. Вот она. Такая вот жестянка, на полу сгнившая. Так, друзья, пошел звук очередной. Вот нашел металл или бляха, или что-то. Сейчас выкопаю, да и посмотрим. Скорее всего, это бляха, да. У меня, друзья, металлоискатель-пират. Когда находит жестянку, то очень звонкий звук. Вот она. Проверяем. Все пусто. Ямку засыпаем. Идем так туда вниз. Так, друзья, сейчас очередную находку найдем. Я сразу включусь. Так, друзья, еще одна неплохая находочка. Вот, смотрим. Это пружина. Вот таких бы находок побольше было бы хорошо. Это пружинка. Вот она, смотрите, друзья. Пиратик отрабатывает. Отрабатывает каждый момент. Ну. Вот так я иду вдоль дороги туда. Так, друзья, идем дальше. А пружинка-то где-то килограммчик есть. Ну там, конечно, еще в середине земля, но ничего. Я когда-то тоже вот так по дороге ходил, то где-то килограмм 15-20 наискал. Но на камеру не снимал, конечно. Опа! Вот, слышите звук? Коп в онлайн. Коп в онлайн. Просто в этой земле все, что хочешь, можно ожидать. Можно бляху ожидать, жестянку. Можно крупный металл ожидать. О, есть, есть. Есть. Мы идем на правильном пути, друзья. Вот она. Вот эта кобляшка. Вот она. Где-то сантиметр, до сантиметра ширина и длина. Где-то тоже сантиметров 10. Все. Идем дальше. Так, друзья, нашел я очередную находку. Вот, можете слышать звук. Не знаю, что там, но будем сейчас вместе смотреть.
Сегодня, кстати, очень хорошая погодка для копа. Меня дальше уже передают дожди на целую неделю дожди. Сегодня как раз выбрался на коп. Копаем в онлайне. Кстати, пират у меня настроен на глубину. Где-то до метра. Ну. Да, есть. А, вот, друзья, вот такой болтик был. Ну, ничего. Закидываем ямку. Короче, друзья, ради интереса вот так хожу, копаю, а чё ж. Пока еще не на работу, то так вот зарабатываем денежку. Так, друзья, следующее включение, уже когда что-то найду, то я включусь. Так, друзья, я продолжаю свой коп, и я нашел очередную находочку. Вот, пошел звук. Сейчас вместе с вами вырыем, посмотрим, что здесь есть. Напоминаю, я сегодня хожу по дороге. Да, есть нормальный металлчик, вроде бы. Да. Это не постанова. Это вот такая гайка. Буду так слаживать, а потом буду идти назад и забирать. Так, друзья, найду очередную находку, включусь. Так, друзья, у меня очередная находочка наверху лежала. Вот такая вот бляха. Идем дальше. Оп. Прошел звук. Только что. Наверное, ложный звук был. Не, есть. Вот, есть. Ну что ж, выкопаем в онлайне. Да, есть, вот, друзья. Восьмерка. Вот восьмерка, друзья. Будем ее сюда, в карманы, прятать. Ямку обязательно закидываем. А то техника ездит. Надо, чтобы было все хорошо.
Ладно, друзья, вам что интересно? Вам интересно, какие находки я нахожу? Значит, просто так впустую ходить не стану, не буду. Как что-то найду, то включусь, покажу, что нашел. Так, друзья, у меня очередная находка. Не знаю, что там. Сейчас будем смотреть вместе с вами. Есть что-то. Опа! Рушта! От плиты, рушта, 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 рушта. Вот такая вот находочка. Таких бы побольше. На обратке буду идти пособирай. Так, где-то еще здесь вот тоже звук пошел. А ну, да. Слышите, друзья? Ну такой звонкий, если звонкий, может быть какая-то жестянка. И что ж... Есть, но сбоку, друзья. Есть, да, еще. Вот, смотрите. Это от бараны зуб. Хорошие находки. Пусто. А плохо, что пусто. Дай бог, чтобы в этом районе еще были железяки. Давайте вот так пройдемся, сейчас посмотрим, а вдруг. Ладно, друзья, будут находочки еще, то я обязательно включусь. Что-то пока что тишина. Пока что тишина. А у меня, друзья, очередная находочка. Вот еще раз проверяем. Я вот так начерчил ногой. И пошел звук. И смотрим, что здесь есть. Да, есть. Вот такая вот пластина. Смотрим. Короче, сегодня как? Мало находок, мелкие находки, но находки есть. Вот такая пластина. Все, буду идти назад, пособираю. Идем дальше. Что ж, друзья, до следующей находки. Так, друзья, это будет на сегодня моя последняя находочка. Вот он, сигнал пошел. Сейчас я вот эту вырываю, потом иду собираю весь свой металл. Там, конечно, его мало, но чуть-чуть есть. Покажу еще, и покажу вам еще, сколько я вырыл металла. Ого.
Да, как видим, что-то есть. А где же оно? Друзья, будем рыть в онлайн. Есть. Последний металльчик нам Бог послал хороший. Ого. Все, друзья, это последний металл мой. Сейчас я весь до кучки соберу, разложу на мешке и вам покажу, сколько я нарыл. Все, друзья, оставайтесь на канале. Ну что ж, друзья, окончил мой коп на полевой дороге сегодняшний. Вот так я вот ходил. В ту сторону ходил. Потом по той дороге вот так ходил. Сейчас покажу, куда. Туда вот так ходил, в ту сторону. Там по низу, там где желтое то растет. И в ту сторону ходил. Правда, металла очень мало, друзья. Сейчас покажу, сколько. Я просто сегодня поехал, чтобы день убить. Металла, не обессудьте, очень мало сегодня. Вот, друзья, он столько металла. Вот это я нашел. Трубки, фильтры. Это я нашел, а вот то я выкопал. Ну, все, что есть, как говорится, то есть. Что есть, тем рады. Это, друзья, не для сдачи. Как бы, ну, денег я за него много не возьму, хотя у меня еще дома есть. Это так просто походить металлоискателем, покопать. Конечно, если бы попалось больше, если бы попалось, например, за день килограмм 30, 50, 100, 200, я был бы не против, чтобы так попалось. Ну, что есть, то есть. Все, друзья, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем пока, ну и увидимся. До скорых встреч, до следующего видео, друзья.